Для тех, кто спрашивал, как мы возим лестницы, вот так. Возим лестницы. И все это барахло мы возим. На крыше они боятся. Всем привет, будни строителя. Сегодня у нас такой лайт денек. Мы так кое-что поприбирались. Начали, так сказать, собрали инструментик. Чуть-чуть. И блин, полная жесть с самого утра. Уже я не знаю сколько. Это час дня плюс-минус. У нас все вокруг долбят. Это какая-то жесть. Я не представляю, как можно жить в подобной квартире, если сделать ремонт сразу. Этому году, где-то этому дому примерно год. И тут до сих пор еще херачат. И причем, ну, это какая-то жесть. Если бы здесь сделать сразу ремонт, если бы мы купили квартиру, я думаю, жить было бы тут невозможно. Вот так вот у нас тут все. Мы делаем, у нас всегда смешано. Вначале заходят электрики, мы прокидываем все линии, а потом мы, короче, выставляем маяки и сразу получается у нас вот такие примыкания. Считаю это правильным, потому что мы в комплексе задачи. Если бы я делал только электрику, хотел бы, чтобы стены были по штукатурке. А так, в принципе, мы... Штробы, получается, как это сказать, не заделываем. То есть мы не делаем штроб. Иногда все равно приходится, конечно, но тем не менее. Хотя стены мы все равно, ну, перед отдельными штукатурками делаем штроб. А перед тем, как делать электрику, понимаете, мы практически всегда все равно делаем штробы. Вот сейчас здесь посмотрим, если проходит по маякам, то не будем делать. А если не проходит, то сделаем штробы. И еще такой момент. Вот тут коробок. Не коробок, а как это называется? Подрозетников. То есть не получается маленьким. И нет. Без штукатурки не получается ровно сделать в бетоне вот именно отверстия у нас. И мы приняли такое решение. Точнее, у нас такой классика жанра. У нас здесь очень много подрозетников в бетоне. Бетонный дом тупо сверлим болгаркой. То есть, потому что реально все эти коронки, да любые, они убирают. Если попадает арматура, они все равно ее не проходят. Проходит только алмаз. То есть, поэтому для этих дел, я думаю, в скором времени мы все-таки приобретем алмазную установку. Хочу я ее купить давным-давно, потому что мы все равно все проходы между комнатами, они уже, блин, за штукатурили, правда, у нас. Вот все проходы у нас сделаны курилочкой. Не знаю, видно было или нет. Вроде бы долбить перестали, у нас как раз-таки вечерний чай, так что у нас... Да, по поводу того, кто спрашивал, как, какой у нас быт, там я не помню, но вопрос я заключался в следующем. Так вот, сейчас мы, у нас как раз сейчас чай вечерний, так сказать, часа, сколько времени. У нас сейчас 5 вечера, ну или 6, ладно. Стасян, расскажи нам про то, как у нас тут все, как мы чай пьем, расскажи. У нас есть главный повар Стас. Привет. Значит, ну, какой у нас быт? А ну-ка, можно этот чудесный инструмент возьму? Так, значит, у нас здесь бутербродики чудесные. Сейчас мы покажем, как они делаются. У нас есть чаечек. Вот, у нас булки, короче, лежат. Вот, ну, как бы все как у людей. Чай, там, в принципе, ничего такого излишнего. Единственное, что... Вот у нас тут есть замечательный чувак, смотри. Да, все нормально, она работает. Она работает. Я хочу просто ракурс видеть. У нас есть здесь офигенная бутербродница. Вот, короче, здесь у нас делаются чудо-бутербродики, чтобы можно было прямо на объекте приготовить вкусную горячую жрачку и с кайфом похавать, да, с чаечком. Вот, ну а что, обедаем мы как? Очень круто, мы готовим хавку дома, вот, и приносим на обед, да, на объект. Короче, у нас каждый день пацаны приносят хавку, а все, что мы не приносим, мы это покупаем. У нас есть такое правило. Если кто-то делает чай, делает его один человек, как бы, а все остальные работают. То есть, ну, там, периодически, может быть, мы меняемся, но в основном, то есть, мы не отвлекаемся все там
на данную еду. То есть один человек все приготовил, все, все, всех позвал, мы похавали, опять дальше работаем. Ну так. Ну иногда кто-то ест просто сам. Есть у нас тут такие. Да, в тишине. Горячие бутерброды на объекте. Это очень круто, хочу сказать вам. И не очень долго времени занимает, а главное дешево. Если даже привезти еду с Макдональдса, это получается 1000 рублей. А бутерброды нам выходят, сколько мы отдали? 300 рублей. 300 рублей за два раза, на два раза, похавать нам всем. Как-то так.